Так, мы с Виталиком идем на нашу террасу. Тут уже готовы у нас ребята. Ребят, вы для чего готовы? Так. Для шашлыка. Слушай, а мангал мы будем использовать вот это, наверное. Вот это мне больше нравится. У нас качелька есть. Тут ребята уже все готовы. Что мы будем с вами жарить сегодня? Расскажите, кто знает. Шашлык, машлык и хрюшлык еще. Посмотрите, рожу какой-то в виде геля. Не как у нас в России совсем отличается. О, да? Как море синее. Как море синее, да? Да. Ой, вот так подержи. Ну, тут живое. Пробуем зажечь. Подходим вот туда. Там. Загорается. Вроде хорошо пока. Вот же красота. Видимо, он должен в угле впитываться. А салфетка это дело, потому что мы у вас в России жидкие рожицы, мы его делаем через салфетку. А тут, может, так и не надо. Посмотрим, что получится из этого. Вторую зажжем или сама зажжет? Ух! А, папа, смотри, тут ничего не идет до нас. Салфетки оставим. Ну, смотрите, рожа как бы горит, да, по-моему? Да, на угле как-то. Нормально сейчас. Папа, посмотри! Вот мы догадались, надо дверь наливать и засыпать этими углями. И мы ждем, пока Вова нам принесет чай. И позарится сосульки. Так, вот такой вот вид нашей террасочки. Вот если прислушаться, там поет мудзин. Не знаю, слышно вам или нет. Поет? Виталечка очень недоволен, да? Да вон, я делала, вот там еще не было, покинула. Понятно. Вот тут такая новостроечка, такой район, называется Crystal Park Residence, да. Вот любимый Васин бассейн тот. А я не уезжаю, маленькая. Теперь опустимся вниз. Вот мы идем вниз. Здесь у нас терраса. Здесь спальня. Здесь ванна с душем. Крутая лестница. Здесь еще одна ванна с душем. Так, сейчас. А здесь спальня. И здесь спальня. А здесь гостиная. И кухня. Ну вот, сейчас покажу на улице. Вот я кое-что забыл. Здесь раньше стоял стол. Вот он. Папа здесь работает. Отсюда видно вот нашу спальню. На самом деле это не отель, и мы его не покупали. Нас позвала знакомая. Сейчас покажу, что на улице. Оказывается, кокос. В Турции почему-то первый этаж считается нулевым. Вот наша дверь с домофоном. На этом домофоне надо набирать код. Вот здесь много таких домов. А здесь бассейн. Самое любимое место. Лежаки.
вот бассейн. Он всегда холодный. Любой. Ну все, вот. Вот наш дом. А вот еще наш замок. Смотри. Двигается такая штука. Сейчас покажу. Смотрите, как получилось. Ну все, вот. Солнце упало за горизонт моментально, на наши горы. Пошла темнота, и поэтому жарим теперь при свете маленького фонарика.